Добрый вечер. ЧП в метро на станции Охотный ряд, если не ошибаюсь, это в 3 шагах от Государственной Думы на Охотном ряду. То есть по соседству с этим коллапсом у нас, оказывается, сидят лучшие люди страны. Это из этого следует, что они оказались буквально в 3 шагах от еще одного подвига, от белого пиара, от показательных выступлений перед людьми. Притом ведь мы знаем, что у нас среди депутатов изрядное количество героев, орденоносцев. Там вообще очень много людей, озабоченных судьбой каждого из нас. Если бы вот с утра, когда все начало только разворачиваться, происходить, эти люди ехали в метро или хотя бы оказались на местах за письменными столами у себя в Государственной Думе, то вполне естественно предположить, что эти люди непременно выбежали бы из кабинетов и не только возглавили спасательную операцию, но и лично вывели людей из вагонов, спасли пару бабушек, некоторые из них, ну там Валуев, например, он мог бы на руках вынести большую охапку детей, спасенных практически из огня. Кому, как ненародным представителям, сражающимся за наше процветание, счастье и безопасность, показать пример и первыми ринуться навстречу ЧП? А мы бы по телевизору вот сейчас уже вечером бы насладились, ну, всякими там депутатами, лидерами фракций, когда они без галстука, без пиджака, там, без тапочек, ну, в штанах, конечно, приличные же люди. Ну, в общем, безо всяких этих вот кабинетных условностей, запросто оказываются со своими избирателями в общей куче неприятностей, умело оказывают поддержку, содействие людям в трудную минуту. То есть вполне естественно было ожидать, что депутаты, естественно, откликнулись на народную беду, встали вместе со своим народом, помогли ему. Притом ведь у каждого депутата есть целый набор, не говоря уже просто о персонале, и есть всякие средства. Тот же самый Жириновский, у которого есть Майбах, который подарил ему сына, а сыну подарил его папа, а папа подарил его сыну. Короче говоря, Майбах у них есть. Они могли бы с мигалками и с песнями людей просто эвакуировать в склиф. Там у каждого депутата закреплена машина, и даже у некоторых по нескольку машин. Кстати, эвакуация на депутатских машинах пострадавших людей. У нас там есть всяческие достойные врачи и прочие спасатели, которые могли бы первую помощь оказать. То есть принять участие в судьбе народа. Ну, могли бы эти люди. Но судя по тому, что ни один из них не рыпнулся, мы же не можем поверить в то, что они бы остались безучастными. Значит, их просто там не было. Ну, так получилось, что в этот день никаких заседаний в Государственной Думе не было. На рабочих местах ни одного из них не оказалось. Все ради нас они трудились где-то в другом месте, поэтому, конечно, на народную беду никто не откликнулся. Тем более, что беда не последняя, потом последовала вторая, сейчас, как мы знаем с вами, третья, может быть, четвертая, пятая, поскольку папа наш городской сегодняшнего дня в отставке, то тут уж неизбежны и другие коллапсы. Сейчас посмотрим, как мы тут все будем просить его вернуться на трон. Я думаю, что единым порывом поможем ему выиграть выборы. Хотя РИА Новости вчера уже сообщила, что на все воля, ну, не Божия нет, а путинская. Эта новость на ленте прозвучала совершенно однозначно. Там было сказано, что если Путин разрешит, то, соответственно, и Собянин выиграет выборы. Я думаю, что он их уже выиграл. И вот пока наши депутаты шлялись неизвестно где и в Государственную Думу не попали, тем не менее отголоски их присутствия в Государственной Думе они будоражат и будут еще какое-то время тихим информационным шлейфом ползти по разным лентам. Поэтому, думаю, что обсуждать мы их будем еще достаточно долго. И особенно привлекательно то, что депутаты в свободное от пожаров и работы время пытаются у себя по местам работы непосредственно в Госдуме имитировать такую вот невинность, граничащую со святостью. И, ну, правда, тут есть очень переходное такое положение, когда вот эта вот имитация становится настолько неумелой, что больше всего напоминает обычную человеческую глупость. А, вероятно, депутаты, вот изображая такую неумелую святость и крайнюю неосведомленность, они пытаются как-то вот сделать вид, будто они совершенно не осведомлены о купле-продаже блатных номеров. И если они скажут, что мы полные идиоты и понятия не имеем, как это делается, то все подозрения, какие бы то ни было в адрес депутатов, естественно, отпадут сами собой. Станет понятно, что депутаты у нас, ребята, честные, ни разу не надеванные. Ну, они же не знают, что такое блатные номера. Поэтому они с ними борются как могут, не понимая механизмов, откуда у людей на машинах бывают блатные номера. И депутат от «Справедливой России», предложивший легализовать продажу этих самых номеров, он, конечно, образец святости, поскольку наивность его абсолютно парадоксальна. И вот мужество, с которым теперь предлагается легализовать эту упоительную гаишную услугу, это одна из любимых гаишных услуг по торговле номерами, то есть они делают вид, что не представляют себе механизм обретения этих самых номеров,
Понятия не имеют, как, что почем, то есть цены они не знают, но четко совершенно видно, что и депутат Сердюк, предложивший, и все остальные поддержавшие и направившие уже законопроект в правительство, полагают, что суммой в 150 тысяч рублей за легальную продажу блатного номера они обезглавят коррупционную гидру, которая просто падет от этой оглушительной суммы. Несколько вопросов, ну, уже сразу ко всем депутатам, которых сегодня вот на рабочих местах не было, но в целом они, конечно, в Думе иногда появляются для того, чтобы подобные законопроекты, например, переправить в правительство на исполнение. Нургалиев, помните такого персонажа карикатурного, будучи министром внутренних дел, коррупцию у нас победил два раза подряд. Было дело, даже докладывал. Означает ли силуэт коррупции на горизонте ее возвращение в ряды ГАИ? Потому что все-таки депутат Сердюк борется именно с этой самой коррупцией, которую победил Нургалиев. Или это все означает полную непобедимость коррупции? Дважды победили, оказалось мало, нужно победить ее в третий раз. Или это какая-то совершенно новая разновидность коррупции, ну такая совершенно вот только что пришедшая в ГАИ вместе со свежими, плохо отфильтрованными кадрами на поддержку тех кадров в ГАИ, которые прошли переаттестацию. Ну и, соответственно, переоделись из грязного милицейского в чистое полицейское. То есть откуда взялась коррупция в ГАИ? Мне непонятно. После тем более такого блистательного Нургалиева. Еще вопрос. Значит, если блатными номерами станут торговать открыто, означает ли это, что любой пенсионер на драных «Жигулях» наконец-то получит равную с олигархом, депутатом, бандитом, ну вот этот синонимический ряд можно продолжать, получит с ними равную совершенно возможность обрести наконец-то эквивалент собственной значимости на сумму, ну, равную, наверное, всем пенсиям до конца его жизни. Ну, либо какой-нибудь другой простолюдин, такой же нищий, как у нас большинство в стране, сможет наконец-то удовлетворить свои амбиции, легально подступившись вот к этому заветному номеру с красивыми цифрами, красивыми буквами. Или целевая аудитория не изменится. И вот те все, кто как-то не очень богат, они так и останутся вдали от этой раздачи. Мне кажется, что целевая аудитория не изменится. То есть круг потребителей данной услуги далек от народа, ограничен и не подвержен никаким изменениям. Как скажется на стоимости блатного номера легализация вот этой надводной части ценообразования? Услуга станет дороже на запланированную сумму. Вот, собственно, и все. Потому что, когда депутаты делают вот такой легкий небрежный жест, имитирующий собственную невинность, и говорят о том, что 150 тысяч – это как раз и есть сумма услуги, они врут как очевидцы. Потому что, на самом деле, эта услуга гораздо дороже. 150 тысяч – это не блатные номера. Это так, выражаясь языком, понятным целевой аудитории. Это фуфло. Блатные номера стоят гораздо дороже. И к блатным номерам довольно часто идут всякие неприкасаемые документы. То есть не только номер, но еще и непроверяйки. В этой связи вопрос. Скидки предусмотрены? Что почем? Понятно, что теперь полицейский, поскольку коррупция падет под натиском предложения Михаила Сердюка, сразу станет нормальным, полноценным, честным, кристальным служителем закона, и он деньги будет сдавать в кассу. Вот этот вот приличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 он сдаст в кассу по приходнику, а клиент, соответственно, выдаст чек на 150 тысяч за оказанную услугу. Замечательная картина, хотелось бы посмотреть. Самый главный вопрос: а откуда в продажу поступят эти блатные номера? Их что, кто-то сдает? То есть вот у олигархов, ну, у бандитов, у депутатов, у прочих вот потребителей этой услуги, у них есть такая манера, да, на каждый новый Мерседес вешать новые блатные номера. Или наоборот, у них единожды купленные эти номера кочуют с машины на машину одни и те же. Вот откуда в свободной продаже появятся те самые номера, которые сейчас по 150 тысяч депутат собирается продавать? Ниоткуда они не возьмутся. И именно для того, чтобы они никогда ниоткуда не взялись, ГАИ, и выполняя заказ сверху, разрешила нам уже достаточно давно, несколько лет, оставлять номера на своих машинах. Как раз там было обязательным условием было то, что ты в один день это делаешь. То есть ты на одной машине приехал, номера перекрутил, на другую сразу перевернул их и поехал. Это было первым условием, когда данная законодательная инициатива стала нашим правом. Это касается, как правило, не
простого дяди Васи, у которого две машины одновременно, вторую не успел продать, а первую уже успел купить. Это как раз для тех, у кого есть Мерседесы. В итоге получается, что вот наши святые депутаты, имитирующие собственную святость, просто-напросто на 150 тысяч рублей удорожают услугу торговли блатными номерами, которая как была нелегальной, подпольной, теневой, так и остается. А Ирина Яровая, это наш тематический депутат по борьбе с коррупцией, видимо, просто не объяснила ребятам, что же такое коррупция. Могла бы объяснить на личном примере. Баллы растут. По лукавому Яндексу уже 8, поэтому пообщаемся с вами на славу. Телефон потихонечку нагревается. Номер его 65-10-996. Дмитрий, здравствуйте. Вы сегодня первый. Добрый день, Сергей. Здрасте. У меня вот машина, как у вас тоже, я знаю, Opel Vectra C, только у меня мотор другой. У меня мотор достаточно странный, Z20NET, то есть 2 литра турбо. Ну и хороший вот. У вас мотор. Значит, по все узлы машины я более-менее уже разобрался, достаточно надежные. А вот про мотор хотелось бы спросить, потому что информации маловато, я знаю, что Saab такой же примерно мотор имеет. Ну да, это же все-таки одна и та же платформа, тем более Saab-то 9.3 вот. И Vectra. И там цепь еще стоит. Да, и, собственно, ведь из этой же бочки родилось сразу три автомобиля, еще Cadillac, BLS, это все то же самое. А вы, собственно, эту машину где добыли? У одного человека, незнакомого мне, но он продал мне ее честно, пробег 45 тысяч. 45 тысяч. А она у него из Европы? Нет, покупал в Москве. Ух ты, у официального дилера. Замечательно. То есть я второй хозяин, у меня уже 130 пробег, даже почти 140. А, то есть вы долгие годы ездите на этой машине? Да, прекрасно совершенно. И за эти долгие годы у вас есть такое какое-то легкое подозрение, что жена вам не верна, дети не ваши, а мотор вот-вот вас подведет. Да нет, там вообще на самом деле проблем особо нет. В общем-то и практически нет. То есть вообще нет. На самом деле машина-то расправила вам крылья, полет нормальный, 145 тысяч без проблем. Вот только есть маленькая червоточинка такая. Как вспомню, что жену не девственницы брал, то хочется ей в глаз засветить, да? Как в старом анекдоте. Как вспомню, что запчасти некоторые, вот датчик сейчас жду уже почти 3 недели на эту машину кислородный. У официального дилера? Нет, на Экзисте. Странно. Экзист раньше был как-то молодцом. Просто мотор редкий, машин мало. Ну и что? Нет, нет, ну на Экзисте нету. И, хотя понятно, что на Экзисте нету. Я еще иногда в Сигме брал кое-что, что мне надо было. Сигма в этом отношении была молодцом. Есть такая контора, которая для пилей запчасти привозит. Но это странно, потому что двигатель не такой редкий, как кажется. Хотя, увы, иногда бывает. Да, без датчика кислорода мы с вами никуда не поедем, согласен. Расскажите лучше вот мне вот про цепь, может быть, что-нибудь слышали вот на этом конкретном моторе. Я читал разные там форумы, но это все ерунда. Знаете, хотелось бы вот ваше мнение послушать. А уже бесполезняк по этому поводу как-то переживать, потому что оно либо дано, либо не дано. 145 тысяч вы уже проехали на этой машине, фаза у вас до сих пор не увело, то есть цепь у вас, соответственно, в пределах погрешности растянулась, и компенсатор ее спокойно держит. Ну, я нежно езжу. Ну, вы все равно ездите 145 тысяч на этой машине. И, судя по всему, у вас нету претензий к динамике, к тому, как она заводится. То есть абсолютно. По косвенным признакам понятно, что двигатель чувствует себя стабильно, работает нормально. И косвенно это говорит еще о том, что при отсутствии шумов, опять-таки, ух приложили, а там ничего такое не шкварчит. Значит, мотор в идеальном состоянии. Значит, к газораспределительному механизму претензий нет, и привод его цепной в данном случае молодец. Дальше вступает в силу закон, под которым живут наши вооруженные силы. Не трогай технику, она тебя не подведет. Понятно, спасибо. То есть замечательная машина, и это говорит о том, что ей повезло с маслом и с владельцем. Еще один Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий номер 2. Это, знаете, по-царски. Там Александр 1, Александр 2, Дмитрий 2. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Во-первых, хотелось бы поблагодарить и поздравить руководство вашей радиостанции за то, что они предложили вам возможность работать в прямом эфире. Спасибо им, спасибо вам. Вас уже благодарил. Вопрос вот какой. Увидел и влюбился BMW 320 Grand Tourism. Это которая... 34-я, которая вот свеженькая, 2013 года. Да, ага. Которая совсем свеженькая. Хотел бы понимать, что она будет, как она будет ехать с полным приводом в 320-й, и что из себя представляют по надежности и восьмиступенчатый автомат. Во-первых, вы в нее влюблялись по фотографии или уже потрогали? Да.
Нет, дилер обещал меня пригласить. Вы представляете себе, какого размера эта машина? Пока смутно. Она вообще по размеру с пятерку. Это хорошо. Да. У меня большая семья. Она огроменная машина, и у нее как раз основная прибавка по длине пришлась на пассажирах, сидящих сзади. Великолепно. Что здорово. У меня две дочери. Они будут чувствовать себя там великолепно. Это прекрасно. Со временем ваши дочери привыкнут к этому и своим будущим мужьям скажут: ребята, мы как-то даже с детства привыкли к BMW. В чем дело? Ребята напрягутся. Но, с другой стороны, это тоже приятно. Значит, BMW-ха 320 GT-шка, она сделана интересно. Сделана она на пробу. Это такой маркетинговый риск, потому что никто не знает, влюбится ли следующий Дмитрий, а пока только один. И, конечно, у нее будет все, кроме одного. Кроме хваленого немецкого качества. И, не дай бог, вы купите машину из первой партии. Это был, кстати, один из следующих вопросов. Стоит ли пропустить первую или подождать все-таки третьей партии? Подождите годик. Вот через годик, когда все уже радостно наедятся отзывных компаний, половина из которых в нашей стране будет аккуратно спущена на тормозах, вы нормально купите эту машину. Тем более, что, по моему опыту, у самых фантастических производителей, вот такие, которые озабочены качеством, по крайней мере, судя по их пресс-релизу, у них обновление номенклатуры комплектующих проходит где-то, наверное, процентов на 30. То есть вот машина первого дня выпуска от машины через год отличается на 30% своего содержания. Все остальные на 50%. То есть половина комплектующих меняется, потому что вступают в бой с одними вкладышами, поршневыми кольцами, потом через год меняют на другого поставщика, на третьего, на четвертого, на пятого, пересматривают калибровку гидроусилителя, смотрят, как работают электромоторы, втягивающие реле. Вот это все в течение первого года за счет клиента меняется. Не торопитесь. Тем более, к тому моменту у нее уже отработают полный привод. Полный привод будет, как всегда, по традиции BMW, по перераспределению крутящего момента в сторону задней оси. То есть где-то будет 40 на 60. Машина по факту будет заднеуправляемой, то есть заднеприводный. Я надеюсь, что электроника все-таки нивелирует эту слабость, потому что жена у меня не знает, что такое задний привод и третья педаль. Ну, третьей педали не будет, наверное, все-таки автомат. Да. А вот что такое задний привод, она невольно узнает, потому что сколько бы вам ни рассказывали рекламные буклеты о мгновенной реакции химии на физику и физики на твердые тела, все это не так. И есть масса алгоритмов, когда электроника не понимает, что от нее требуется, и ваша жена аккуратно, так нежно выстраивает траекторию в левой трети опасной на рубь 40, а потом выясняется, что он левый четвертый, и нужно с доворотом на этой шпильке, и вот тут она задом сносит телеграфный столб, потому что электроника не поняла, что происходит, а двигатель придушить она не успела. Так тоже бывает. И все-таки по автомату, вот вопрос остался без ответа, насколько он надежен? Надежность — явление эфемерное. Надежность мы придумали сами. Это вот для того, чтобы мы оправдывались друг перед другом за любую покупку, начиная от плохого телефона и заканчивая хорошей машиной. Мы друг другу рассказываем о надежности. Вот те, кто, например, вляпывается в японцев, они говорят: «Но зато надежно». Это сказка. И надежность автомата... Знаете, знаменитый скандал был, когда корреспондентка журнала «Шпигель» несколько лет тому назад взяла S-классовский Mercedes на тест-драйв. Как известно, коробки там ведут ZF, Conrad Fabrik. Ну, Conrad Fabrik — один из пяти мощнейших в мире игроков, умеющий делать замечательные автоматы. Выезжая за ворота, автомат накрылся. Фирма Mercedes-Benz побледнела. Журнал «Шпигель» сладострастно оттоптался на этой теме. Хотя, ну, что вам сказать о надежности Мерседеса? Да, бывает надежен. У BMW то же самое. Один в один. Тем более, что вот этот мотор, ну, вот эти моторы до 3 литров, которые ставятся на BMW-хе, у них тоже есть свои нюансы. Там иногда бывает, коленвал лопается в районе первого цилиндра. Ну, при небольших пробегах, там, до 30 тысяч. То есть в гарантийный срок еще. Мотор разносит в клочья, и вам вежливо рассказывают, что сам дурак пошел нафиг, ты че? А, извините, это вы? Пожалуйста. Да, конечно, заходите, с удовольствием вам поменяем. Что же вы сразу не сказали, что у вас есть паяльник и знакомый прокурор? Прокурор здесь знакомый. То есть я могу надеяться, что этот автомат у меня за 3 года 1200 выдержит. Вы можете на это надеяться. Я очень сильно удивлюсь, если он выдержит 200 тысяч. Тем более, что с точки зрения завода-изготовителя
масло туда заливается на весь срок службы, а с точки зрения закона физики так делать нельзя. И каждые 60-70 тысяч нужно менять все, что там залито. Хотя вам любой дилер с пеной у рта, а также с пеной в других частях тела скажет, что этого ни в коем случае не надо делать. Что вы, мы вам гарантируем. Не верьте, не верьте. С дилером у меня есть опыт общения. Они шелковые становятся при третьей прокурорской проверке. Вот. У вас есть способ поднять качество обслуживания в адрес одного конкретного потребителя. Если бы вы еще аккуратно их научили без прокурорских проверок, было бы вообще замечательно. Но, тем не менее, машина у вас ожидается шикарная. Александр, вы успеете задать вопрос, я начну на него отвечать. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. У меня вопрос. Езжу сейчас на Ford Focus втором рестайлинге. Вот, уже 115 тысяч на спидометре. Чего от него ожидать? Вот. Это первая машина после «Жигулей». Ой, как хорошо. Ну и как? Александр, вот когда вы сели, что у вас с душой произошло, не говоря же о теле? О, ну, конечно, если «Жигули» была копейка, а здесь переднеприводный, и кондиционер, и все. Ну, просто шикарно. Вот, и сейчас уже 115, и как-то уже начинаешь прислушиваться, что вот эти «Жигули» должны были где-то скончаться на это время. Да. Вот. И непонятно, чего ждать. Ничего не ждать. У вас мотор какой? 1.6 полушлей. Ну, вот вы проездите еще 115 тысяч, перезвоните мне, на тот момент уже у машины будет сильно за 200, еще раз спросите, чего ожидать, и мы с вами нормально обменяемся впечатлениями по поводу автомобиля, его живучести и того качества, которое оно, в общем, содержит. Потому что жигулевская подозрительность, что техника обязана ломаться, она, конечно, не всегда находит подтверждение. Некоторые производители заметно отличаются от «Жигулей» в качестве своего продукта. Хотя, конечно, абсолютного качества не бывает. Ford Focus, да еще после «Жигулей», он побегает. Перерыв на новости. Телефон 65-10-99-6. Михаил, здравствуйте. Алло, Сергей, добрый вечер. Здравствуйте. Я просто дозвонился до вас. Вот такой вопрос. У меня бюджет в районе миллиона. Хочется приобрести кроссовер на полном приводе, на автомате. И вот пока остановился на «Сангьонге» и «Актионе». О, вот как прокомментируете? Михаил, во-первых, я поздравляю вас с тем, что вы миллионер. Вы как-то не отдаете... Ну, его еще пока нет, этого миллиона. Ну, рассчитываю пока на него. Знаете, Михаил, у большинства наших олигархов тоже нет тех денег, про которые рассказывают. Олигархом становишься не когда заработал миллион, а когда должен миллион. Вот после этого ты олигарх. Ну, да. Когда должен 100 миллионов, ты уже партнер. Когда ты должен 100 миллиардов, ты просто лучший друг. Тебя даже закопать бесполезно, потому что хочется обратно шкурку эту получить. Поэтому, Михаил, ну вы практически миллионер. С кроссовером, конечно, тяжело, потому что только корейцы, вот последние в этом полку, кто дает более-менее адекватную цену. Все остальные уже тихо и неприятно переползли рубеж в миллион. Ой, «Актион», ну, это просто машина, но неплохая. Вот если вот, знаете как, если этот миллион вот совсем последний в жизни, тогда «Акцион». Если нет, если есть еще какой-то люфт, там 100 тысяч сверху или чуть погодя, то уходите от корейца и идите в сторону большой тройки, которая включает других корейцев, но на верхушке стоит все равно, пока еще никак не сдвинутый оттуда аппарат под названием «Шкода Йети». Вторым. Ну, там багажник маленький. Там маленький. 300 литров, по-моему. Да? Да. Ну, вы эти литры руками трогали? Да, сидел. Я уже там на них и покатался, посмотрел. И... Ну, так, аппарат нормальный, но, вот говорю, багажник, конечно. Ну, «Акцион»-то он не намного больше. То есть он, да, по-другому организован, чуть длиннее. Ну, там почти 500 литров. Да. Я сейчас просто на Volkswagen Polo езжу. И вот, как бы, маленький багажник, вот это пространство хотел бы немножко восполнить, так сказать. И еще пробег у меня где-то в год 75 тысяч. Я просто думаю, если брать «Сангьонг» года на 3, как вы думаете? Вот, я думаю, что сдохнет у вас после 50. Да. К сожалению. Ну, есть у меня такое подозрение. Не берусь, конечно, претендовать на лавры гадалки, но что-то мне подсказывает, что «Санговые» и «Йонги» в этом отношении не самые надежные аппараты. А 75 тысяч вы только по городу ездите или вы по всей стране?
Нет, по Подмосковью, так, процентов, наверное, 30, это Москва, пробки, а остальное, это все вот ближайшее Подмосковье, то есть катаюсь. А для вас полный привод принципиально в связи с чем? Чтобы в яму упасть и оттуда выбраться? Да нет, просто вот зимой парковаться вот в эти сугробы, там грейдер пройдет, свои вот эти волны оставит, и вот на пузатерках утром, когда все замерзло, уже тяжело вылезать. А кроссовер с этим справляется попроще. Ну, чуть-чуть. Ну, и так вот на дачу съездить. Ну, а кроссовер не становится внедорожником, и кроссовер, который... Ну, это я согласен, я не собираюсь грязь куда-то там лезть. А на самом деле, одно неосторожное движение, когда у вас прихватит колесо в отвале грейдера вот в этой вот зыбучей массе, и все, и не важно, что у вас все остальные 3 дееспособны, и помрет он там у вас в обнимку с этим сугробом. Ведь это все-таки есть такой момент самообмана. Тут ведь вот какой вопрос, а может быть вам ухватить какой-нибудь последний аппарат под названием «Октавия»? У них тоже есть полный привод. Но у «Октавии» такой багажник, что все ваши задачи он решит. Туда можно лопатой грузить, что угодно. Причем что у хэтчбека. Это какая вторая, вот это еще до рестайлинга, да? Да, это вот последнее, то, что сейчас уходит с рынка. Последние экземпляры еще, товарные остатки где-то есть. Но у этой машины помещается столько всего в багажник. Ну да, да, не, я смотрел. Ну как бы вот вроде цена та же, ну не та же, как бы. Я просто хотел бы такую комплектацию более-менее нормальную, чтобы не взял машину голую, потом думаешь, что-то там... не докупил что-нибудь. Ну, «Октавия» за миллион, она просто заканчивается на этом рубеже. Ну да, 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 да. Не, я смотрел, скаут у них там были, да. Еще даже вот недавно в салонах был, смотрю, еще даже остались, стоят там. Ну, уже со скидками с нормальными, от 2012 года, ну что-то там, не знаю. Ну, на самом деле, правильный аппарат, это именно скаут. Он и полноприводный, у него большой багажник, и машина эта сделана прочно и надежно. С одной стороны, вы остаетесь в нормальном типоразмере приличного городского автомобиля, он у вас хорошо идет по трассе за счет того, что это довольно длинная легковушка, и у вас нет вот этого какого-то компромисса с самим собой, когда вы берете машину только исходя из ценника, как вот с Сангьонгом. Не, ну там еще просто сзади не так много мест, у меня просто два маленьких ребенка, вот кресло сзади ставлю, они вот как бы ногами упираются в спинки. А в Сангьонке я сел, там место, там хоть ногу на ногу клади. Он вроде с виду не очень большой, внутри пространства будет здоров. Михаил, обратите внимание, вы себя уговариваете в том, чтобы купить эту машину. Из этого следует, что вы, по большому счету, к ней уже нормально предрасположены. Да я на ней уже покатался, на турбодизеле, на бензине. Я, в принципе, другой. Просто вот это такая цена из кроссоверов в таких комплектациях практически максимальных. Это единственная машина просто. Да, да, да. И кореец. Ее там, как говорят, индийцы купили, вроде у них стали там более-менее инновации какие-то появляться, и внешне они как-то изменили. А то до этого какие-то делали такие страшные машины. Ну, знаете как, там, правда, китайцы их купили, а не столько индийцы, но машина зависит совершенно не от этого. Но, Михаил, возьмите ее, у вас будет в течение ближайших нескольких лет нормальная гарантия, дилерская поддержка. Поэтому все, что отвалится, они вам на место прикрутят. А дальше уже будем смотреть, потому что что изменится на рынке? Я искренне желаю в ближайший год умереть всем нашим представительствам, всем брендам скончаться, и после этого прийти на наш рынок уже с честными ценами. Но поскольку у нас в стране невероятная стабильность, отсутствие инфляции, то, соответственно, вот этот чудовищный ценник, он еще довольно долго будет. У меня надежды на середину 2014 года. Что в экономике произойдет некое просветление, и машины резко пойдут в цене на убыль. Но, конечно, лучше встречать эту коллизию за рулем автомобиля, который уже есть, а не который не купил. И Сангьонг Йонг, он тоже имеет право на существование. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. У меня вот такой вот маленький вопрос к вам. Я вот владею Renault Symbol 2004 года. 1.4, который 16 клапанный, но он как не сильный, на ручной коробке. Вот он уже 128 тысяч прошел. И вот у меня как бы к нему уже начинают сомнения, то, что он вот-вот умрет. Почему? А чем он предвещает свою ближайшую гибель? Ну вот недавно умер блок управления двигателем, пришлось перепрошивать полностью. Так умер или перепрошивать? Ну, перепрошивать пришлось. Так. Не самое страшное. И как бы... При замерке давления компрессии в котлах в одном из них как бы потихоньку падает. В четвертом? В четвертом. Ага. На полатмосферы пока упало. Ну, он еще... Оно падать будет, знаете, как еще очень долго. Оно всегда начинается в четвертом. Недуг идет оттуда. И у машины, видимо, кондиционер есть, да? Да, кондиционер есть. Но
кондиционером она умирает. Да, но просто это четкая совершенно физическая взаимосвязь. У машин с кондиционером всегда начинает падать компрессия в четвертом цилиндре. Это неизбежно. Сам по себе символ аппарат неубиваемый, жить ему очень долго. Возможно, у него всегда мелкие там неприятности. То амортизатор застучит, то какой-нибудь там сайлентблок подвески разболтается и тоже начнет неприятные звуки издавать. Но в целом... Ну, еще ни разу не было. Вот. В целом аппарат сделан для нищих стран, для бедного населения на убой по плохим дорогам, на плохом топливе. И нам в этом отношении очень сильно повезло. Он, может быть, конечно, не самый красивый, но он прочный, и самое главное, у него подвеска. Вы же подвеску на пробой очень редко замыкаете. Ни разу не было. Вот об этом и речь. Так, такие попадал ямы, где тот же Лансер 10-й бил на каждой яме. Да, Лансер бы давно скончался там, где проходит символ. Берегите эту машину, потому что на смену ей ничего не пришло. И там, где вы можете проползти... Я вот акцент думал на смену ей. На кого? Акцент. Hyundai. Акцент, у него дорожный просвет пониже. И тем более вы, судя по всему, собираетесь его брать со вторичного рынка. Да, где-то 2007 года вот так. Слушайте, вы уверены в своей нынешней машине? Она вам родная, вы на ней ездите, у вас неполное взаимопонимание. Hyundai Accent — это машина жлоба. Ее покупали не сердцем, ее покупали кошельком. Ее покупали только потому, что на остальное денег не хватило. Она не была автомобилем фантастически будоражащим воображение человека, стремящегося модно и элегантно, красиво так с фасончиком пройти по центральной улице деревни за рулем этого аппарата. Не было такого. Эту машину покупали, потому что, ну а что, ну за эти деньги так уж и быть, я на ней поеду. То, что машина хорошая, бесспорно. Сзади трехрычажная подвеска, фантастическая совершенно, 4 Макферсона по кругу. Все здорово, все при ней. Но этих машин на вторичном рынке ни убитых не бывает. Потому что эту машину брал человек с каридной, понимающий, что следующую машину он купит не скоро, поэтому он ее доносит до дыр, и после того, как в изнасилованном состоянии она станет ему уже ни на что не пригодна, после этого он ее подшаманит и продаст. Тут приходите вы с самообманом, в расчете на то, что вам сберегли ее. С 2007 года, за 6 лет ее нежно переносили на руках через лужи. И думали, да, вот сейчас Александр придет, и мы ему скажем, Саш, возьми машинку, ну классно, для тебя же берегли. 300 тысяч пробега мы так шикарно скрутили. Посмотри, мы дырки заклеили скотчем. Посмотри, какая у него подвеска, мы ее наизнанку вывернули, у нас сейчас движок стуканет. Ты об этом не узнаешь. Саша, бери. Машину хорошо брать из-под миллионера. Оставьте символ, потому что ваш вот с пробегом 128 тысяч, это... Я у нее третий хозяин. И что? Ну, я брал ее на 86, отметкой в сервис-книжке. Вы по-любому уже преодолели момент ознакомления с косяками этой машины. Вы уже... Вот единственное, с рейкой вопрос у меня. Какой? Ну, рейка, сколько вообще живет на них рулевая? Рейка живет от 128 тысяч до 432 тысяч, в зависимости от нюансов. Ага, то есть мне как бы ее уже пытались приговорить в сервисе. И? Ну, в другом сервисе сказали, у вас все нормально. Я вот как бы немножко переживаю. Где-то пишет она, 100 тысяч живет, и 60 тысяч всего живет. Нет, я знаю одну барышню, у которой машина целиком в сборе, живет ровно одну поездку. Но это не совсем вина автомобиля. Автомобиль тут ни при чем. Телеграфные столбы просто очень прочные в нашей стране. Железные и бетонные. У вас рейка что, стучит? Нет, пока не стучит. Все. Немножко ведет машину вправо, но я говорю, что у нас вот развал. И на резину? Резину вот только новую поставил. Какую? Пирелли. Пирелли. Ну, у Пирелли... Патрон, иногда... которая новая. У Пирелли иногда бывает неплохая резина. Не могу сказать, что всегда и любая. Ну, так, изредка случается что-то приличное. Попробуйте сход-развал. Может быть, там еще с кастером какие-то проблемы. Но посмотрите... Знаете как? Машина хлеба не просит. Она вас носит, любит, терпит. Все. Ответьте ей взаимностью. Здравствуйте, Семен. Здравствуйте, Сергей. Спасибо за вашу передачу в очередной раз. Спасибо. Купил жене сапоги. Сапоги первые. Называется Nissan Note, он же Енот. Да. Машине 2 года. Ну, покупалась с рук, но со своих рук. То есть у родственника взялось. То есть машина в хорошем, в принципе, состоянии. 1.6. Что вы можете сказать вообще о эксплуатации?
безбедная эксплуатация. Вы будете ездить на этой машине 10 лет. Потом вы ее выбросите, потому что надоело. У нее все по уму сделано. Она умышленно сделана некрасивой для того, чтобы служить долго. У нее внешность не устареет никогда, поскольку она никогда не была модной. Но удобной она как вот была, как она создана, с шикарным салоном. Заднее сиденье ездит туда-сюда. Хочешь детей, хочешь багажник. И она едет, и хлеба не просит. И Nissan Note, на мой субъективный взгляд, это один из лучших автомобилей марки Nissan. Вот ничего с ним не произойдет. А тем более женщина. И женщина, как правило, не экстремистки. Ну, будет на ней ездить радостно. И ведь машина-то большая. Снаружи кажется, что малышка, а внутрь, когда забираешься, понимаешь, что туда вагон можно забрать. Вагон комфортный, да, согласен. Да. И идет она по дороге, как хорошо. И у вас наверняка жена садится за руль, едет долго, а потом не жалуется на спину и не говорит о том, что у нее какие-то трудности с машиной. Очень достойный аппарат. Перерыв на новости. Все, 9 баллов. Город стоит. Кажись, уже все приехали. Ну, продолжаем общаться. На сайт пришел вопрос от Василия. Он так хорошо, аккуратно сформулирован. Кроссовер, который азартно водить BMW X3. Ну, в общем, и X3, хотя кроссовер, который совсем азартно водить, это все-таки Cayenne. Потом, наверное, X6. В эту же толпу азартных кроссоверов я бы записал Mini Countryman. Ну и да, ХЗ, в общем, действительно достойный аппарат, с ним тоже можно весело провести время. Но вот именно в такой последовательности. Так, телефон у нас 65-10-9-9-6. Геннадий, здравствуйте. Что у нас с вами интересного? Сергей, добрый вечер. Безумно рад вам дозвониться. Спасибо вам за вашу передачу. Спасибо вам. Мне кажется, уже нужно выпускать то ли журнал, то ли отдельный сайт «Тест-драйв» от Сергея Слоняна. Все понятно, доступно. Ну и ребята задают одни и те же вопросы. У меня вот какой вопрос, Сергей. Хотел жене купить, говорю, жена, слушай, ну не знаю, для того, чтобы тебе лучше ездить по Москве, по улочкам этим, навигатор, не знал только какого цвета, белый или черный. Она говорит, ты что, дурак, не знал, какой навигатор мне купить, да любой. Суть какова, да, очень нравится Линкольн навигатор, второй, безумно нравится. Ага. Да, безумно нравится, и мне на самом деле нравится. Ford Expedition нравится, хотел бы же новый покупать 3 года назад, но 60 тысяч не потянул я. Вот смотрю сейчас вторичный рынок. Вот по большому счету мне даже не страшно там цена 800 тысяч, там 2005 года. Да, мне не страшно. Я готов купить. Я готов там перебрать там коробку, да, вложить 1200-300, да, например. Мне не страшно расход бензина, потому что тише едешь, дальше будешь, меньше штрафов. Там, да, ну, соответственно, можно... Это вы, Геннадий, перебью, это вы так к 8 марта готовитесь? Нет, к 16 ноября, день рождения. Ну, не менее элегантно. А у вас барышня там не потеряется между рулем и педалями? Нет, нет. Она у меня автомобилистка, был Паджеро, она великолепно его ездила. Ну, то есть, как бы, машина, она на ты. Не потеряется, она безумно хочет. Я готов, аккумулировал деньги, да, готов вот найти. Но меня не то, что смущает, куда обратиться, в какой сервис хороший. Вот у вас была передача с ребятами Щелкова. Джип, да, Wrangler Club есть такой, да. Да, мне очень понравился, вот классно, да, ребят, Wrangler, пожалуйста, обращайтесь, порядочные люди, я готов заплатить свои деньги, там, неважно, там, сколько скажут, но я очень уверен, что мужики сделают нормально. Вот что скажете, Expedition, навигатор? Ну, навигатор второй, он же фантастической красоты аппарат. Безумно, да. Это, вот если... Все, уже рука потянулась к кошельку, надо брать. Потянулась, реально. Тем более, что, ну, Expedition все-таки это на его фоне немножечко не то. Ну, техника похожая, выглядит по-другому. Навигатор, на мой взгляд, великолепен. Даже несмотря на свои 304 лошадиные силы, которые просто не вписываются никуда. Ну, вот, вот никуда с ними. Если, конечно, вы имеете в виду V-образную восьмерку, а, собственно, только восьмерка там и есть. То есть навигатор получается классный. Кстати, не, ну они же и по 600 тысяч есть. Они же не всегда по 800, по 900. Ну да, но не страшно, там пробег 200. Ну, главное узнать реально. Да, я готов отвезти на сервис. Хороший сервис, не знаю какой. Да, мужики, продиагностируют полностью, скажут, Геннадий, колечки давай поменяем. Ну, например, коробочку давай там все починить. Мне не страшно. Но я четко знаю, что ребята сделают мне машину, я буду на ней ездить долго и счастливо. Тогда все, Геннадий, значит, я так понимаю, выбор сделан, осталось только найти нормальную ремонтную базу.
Да, на самом деле, да. Вот что посоветовать? Ну, на самом деле, не смотрю на сайты, но как-то вот не знаю, есть сомнения. Нет, по сайтам бесполезно, потому что вот эти разные непроверенные адреса, они иногда бывают достаточно лукавыми. У меня есть два адреса, которые я вам готов дать. Вот один, соответственно, более подробно, если хотите, через... Ну, социальную сеть меня найдите, там в Фейсбуке я есть. Я вам и более подробно координаты дам непосредственно вот этого Wrangler-клуба, либо того мастера, к которому обращаюсь сам. Но поскольку там V-образная восьмерка стоит, то по мотору у вас вопрос возникнет в последнюю очередь. Чтобы уездить вот этот вот двигатель, нужно этим заниматься старательно, целенаправленно. То есть по двигателю, по коробке и, скорее всего, по заднему мосту проблем не будет никаких. Проблема у любого американца и у такого, в частности, она будет у вас по электрике, по передней подвеске, по рулю, вот по гидроусилителю, по тормозам. Да, ну это не страшно, тем более, не знаю, ну ваша семья, она готова на подвиги, поэтому супруга у вас адаптируется. Ведь не забывайте, вы в реакциях, скорее всего, от жены отличаетесь. И вы за рулем навигатора ведете себя не так, как женщина. А то, что у этого большого американского утюга нет руля и тормозов, об этом некоторые узнают с легким опозданием. Потому что американцы, они просто машины так делают умышленно, они считают, что... Но вот то, что они сделали, это тормоза. На самом деле, никакие-то не тормоза, это вата. А то, что они подразумевают под рулем, ну, у нас это прединфарктное состояние. Привыкнуть к этому можно, и на навигаторе в том числе. Но по движку ничего там такого не будет. Ну, вот просто неоткуда взяться, хотя, конечно, да, желательно с Карфаксом смотреть машину. Потому как подсунут, все-таки не новое. Найдите меня через социальную сеть, я вам продиктую координаты тех людей, которым... обращаюсь сам. А Линкольн-навигатор нужно брать в обязательном порядке, потому что он классный. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Хотел бы вопросик такой задать по Volvo XC90 движком D5. Ух ты. 2009 года. Да. Приобрел, как я пересел с праворукого Nissan Sirena. О, Sirena редкая машина, да. Ну, так вот получилось. Ну да, вы класс машины сильно изменили после «Сирены», да, на сразу на 90-ка. Это так хорошо, ну, красиво. Так получилось. Я поздравляю вас, Павел. Это правильно, спасибо. Что так получилось. Спасибо. А, Сергей, вообще, что скажете? Просто у нас так коллега, так сказать, ездит на Сиатик Excel, Altea, да? И вот он мне говорит, ты молодец, слез с японских технологий, как он выражается, на хороший китайский автомобиль. Ну, это подразумевает лучший. То, что китайцы выкупили, да? Это лучший китайский автомобиль. Вот что вы скажете вообще по, ну, конкретно движку, скорее всего? Движок фантастический, мой самый любимый. Вот D5, по-моему, это технологический шедевр. Фантастически сделано. И хотя на вот XC90 он идет с одной турбиной, а есть его же версия с двумя турбинами, тем не менее, это очень правильный, очень хороший мотор. С ним все замечательно. Он настолько замечательный, что сворачивает нафиг коробку передач. И бывает там по 2, по 3, по 4 гарантийных замены АКПП, в том числе в сочетании с этим мотором, потому что крутящий момент у него очень достойный. Но сам по себе автомобиль, у вас салон, я надеюсь, темно-темно коричневый либо черный? Нет, черный. Машина черная. Ну, вообще тогда проблем нет, потому что все-таки там есть нюансы у 90-ков. В целом, классный аппарат. Главное, ни в коем случае не соваться с ним к официальному дилеру. Потому что вас тут же ограбят. Даже паяльник доставать не будут, просто ограбят. И в альтернативных сервисах он проживет долго, его там не сломают. Ну, а все, что в нем могло всплыть, уже всплыло. Все отзывные компании он уже пережил. У вас нормальная объезженная машина. 90. И едет он. Да. Ну, вам понравилось, как вот вы когда пересели? Вопрос даже не руля. Вопрос качества и ощущения автомобиля. Да, конечно. Разница существенная, даже говорить не приходится. Единственное, что вот меня смутило, вот сейчас думаю над этим, как бы заменить хотя бы на где-то с разбитой машины, с разборки, да, а задний редуктор моста, он гудит, я его изначально купил, он гудел. Вот единственная проблема. Ну, увы, и да, меняйте, и правильно, что не у официального дилера, либо найдите тех, кто занимается ремонтом подобных вещей, потому что там особо гудеть нечему. И вы, когда берете, что называется, новый корпус с тремя шестеренками, вы то же самое можете и починить. Благо, детали подобные бывают. Бывает, что неохота возиться.
но и редуктора в том числе на Вольвах. Слушайте, там такое чинится. Ну уж если официальный дилер всегда норовит вам в сборе любой агрегат, а в альтернативном сервисе все это ремонтируется, ну зачем же пренебрегать? Артем, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здрасте. Я же на Ford Explorer 4, это предыдущая модель последняя. Ну да. Это... Он 8-го года, 4 литра V6. И меня мучает вопрос уже вот несколько месяцев приобрести такую же машину, которую очень люблю. Но комплектация Дебауэр V8, 4.6. Находите ли вы целесообразным? Хочу динамики. Динамика не сильно увеличится. Потому что вы берете в руки кирпич и со всего маху кидаете его рукой. И смотрите, 20 метров максимум. Потом берете этот же самый кирпич и пытаетесь кинуть его двумя руками. 21 метр. Да, в этом отношении вы достигли серьезного рекорда и даже прогресса. Но в целом V-образная шестерка от V-образной восьмерки отличается не тем, что у этой машины там перебраны передаточные числа главной пары, и в целом она ведет себя по-другому, а в том, что этому мотору эту тушу таскать легче и правильнее. Вот, то есть динамика разгонная, например, у вас возрастает, а максимальная скорость не намного, потому что любая максимальная скорость у этого утюга, она упирается в его... управляемость и в аэродинамику, естественно, и она управляется дальше уже в способности трансмиссии. То есть под горку при попутном ветре он покажет вам 250, но у него при этом отлетают все, что только можно. V-образная восьмерка — это более правильный мотор для нее. То есть машина с V-образной восьмеркой, конечно, становится совсем шикарной. Классно идет. Тем более у вас же по кругу независимая подвеска, соответственно, она и рулится поинтереснее. Это же не палка сзади. Поэтому получается, что вы в городе едете, нормально объезжаете там всякие люки, препятствия. Да-да-да. Но теперь вы будете ехать эдаким чертом, как полагается. V-образная восьмерка. Вообще, V8 — это же правильный мотор. Тем более 4.6. Чего мне от него ждать, если это будет машина 9-го года? Он проедет еще там много года, хотя бы без он каких-то головных болей. Вы его будете откуда добывать? На внутреннем рынке или из Америки потащите? Нет, наверное, из Америки. Ну, Carfax вам в помощь? Вы, наверное, сориентированы в том, что это довольно неплохой инструмент. Ну да. И нормально все будет. Проблема возникнет на самом деле в том, что вы переводите эту машину с, скорее всего, минеральных масел, рассчитанных на внутренний американский рынок, невольно, в нашу зону совершенно других масел. Вот это не значит, что у двигателя сразу произойдет какая-то проблема, но... Это будет вот единственным осложнением для автомобиля в ваших руках. Потому что американцы, они предпочитают лить из-под крана первую попавшуюся дрянь. Им без разницы, что это такое. И ездят они на сервис регулярно. Мы в этом отношении пощепетильней. Мы любим синтетику. С синтетикой сложнее, потому что она очень текучая. Она норовит из-под прокладки выбиться. Она норовит затечь куда-нибудь, на угар сработать. В отличие от той минералки, которую льют американцы. Вот тут проблема может быть. Не то чтобы она встанет именно как проблема. Это будет особенность эксплуатации. И вам нужно будет попытаться разгадать компот, который заливали туда. С тем, чтобы здесь уже, может быть, перейти на минералку, а не на синтетику, как это принято. А вообще это правильно. V8. До свидания.